Все, мы приехали с Благовестия. Сегодня воскресный день. Вы где были-то? Были с братом Игорем Добуновым на Благовестии. Была беседа со свидетельницей Иеговы. Это Надина кошка. Очень содержательная беседа. Пантера черная. Вот она. О, пошла. Вот, вон голуби у меня, посмотри. Спрашивает, как я зеленый обед готовлю. Вот пойдем со мной маленько, пройдешься. Это быстро все. Вот, вот как она. Смотри, голуби где вверху. Покажи потихоньку. Вот. Что у меня есть? Вот зелень как. Смотрите. Это вот участок земли. Это почти центр города. В центральном районе, маленько на окраине. Высокое, сухое место. 13 соток вот по ограде. Вон видно, где ограда. Вот представь себе, как это. Это дали за то, что у меня, когда вон они голуби-то, покажи, конфисковали. Там пленки, все, что я делал. Я 11 лет шел в суд, и я его выиграл. А у городской администрации нечем было рассчитываться, и они недвижимостью рассчитались. И вот здесь что есть? Вот это вот калина. Калина цветет. Сегодня 31 мая 2015 года. А это вот посадили чеснок. Это очень полезно. Поэтому и рвать нужно маленько вот так вот дергать в сторону, чтобы она отрывала. С корнем не рвала. Вот так вот раз. Видишь, это вот чистый чеснок, в нем много витаминов. Дальше вот это вот одуванчик. Ну, 2-3 веточки. Так, пойдем дальше, я покажу сюда. А тут посадили здесь. Здесь картошка будет посажена уже. Все. Вот она. Вот она картошка. Вот видишь, как вышла уже. А это тыква. Тыква. Вот. Сейчас туда так потихонечку перешагни. Я покажу, что у меня тут есть. Это большой куст ревеня. Ревень или как правильно, не знаю, ударение. Вот я вот сорву два листика. Все. Дальше покажу вот щавель. Щавелю нащипаю. Вот это у меня уже получается, что, четвертый пункт. Дальше идем. Быстренько пройдем, что тебе некогда показать, как все. Это не только здоровый образ жизни, а именно дешевый, чтобы не на солнце только. Вот картошка уже какая взошла. Видно, какая. Вот здесь я подхожу. В сторонке все здесь чисто. Вот. Репей. Репей немножко оторвал. И вот эта вот крапива, она как двудомная. Очень витаминная. Вот так ее сорвал. Лишнее оторвал. Все, готово. Сейчас иду в избу. Покажу, как это приготавливается. Это буквально минутное дело. Это у нас умывальник. Люди приходят, когда в церковь. Вот видишь, какой домик. Это где церковь. Это так интересно, склады, вот все открыты. 5 складов. Там склад, тут углярка. Вообще. И при том я ничего этого не знал, как с неба Бог опустил. Удивительно все. Вот тут подремонтируем маленечко. Вот. Подожди, подожди. Я тут покажу. Вот. Вот принес. Вот люди гигиенятся, а зря. Они болеют от этого. Вот умывальник обыкновенный. Смотри, как я делаю. Чисто для близилу. Водой смочил, тряхнул, все. А здесь маленько протекает, поставил, чтобы туда вода была. А потом былью. Дальше. Ну что тут? Беру дощечку. Вот она. Ну, чтобы она длинная-то не была, я маленько перегибаю. Вдвое-втрое. Раз. Ножичек. Пошел. Самым мелким образом. Вот смотри, это сколько стоит? Ни рубля, притом витамины, здесь витаминов ни один ресторан не даст столько. Ну, 6 здесь разных веществ, конгредиенты, как называют. Кроме того, иногда добавляю это луковица и чеснок. Вот мне тут подарили луковица огромная, вон она растет. И пошел. Вот я ее почистил. Почистил. Да-то, остатки тут не жалеешь, выбросишь, вот. Лекарства много. Еще маленечко. Меньше зубами резать. Так, это у меня картошка. Вот. А теперь это я сюда добавляю. О, чашку вычистил. Все такое. Беру обыкновенную толкушку. Вот. И дальше начинаю ее. И маленько с подворотом. Чашки железные. Сейчас и подворачивать. Раз она маленько как бы раздавливает ее. Она все сосудики раздавливает. Немного, там минуты полторы-две, ничего не готовить. Вот. А сегодня-то день
сегодня день праздничный, день Троицы называется, он называет день создания церкви и начала благовестия. Вот, пожалуйста, уже, считай, вся зелень готова, а это просто многовато сорвал, выброшу. Вот, сестры сегодня спекли пирожки, один живу здесь сейчас, хозяйка в деревне, и никакой нужды нету. Сегодня праздничный, видите, как готовят, фольга, и что тут за рыба, не знаю, смотри, как готовят аккуратно. Это Людмила Степановна Алфимова. Вот она-то мне на неделю тут хватит. Последняя неделя сплошная, то есть среди пятницы не соблюдается, все можно есть. Пожалуйста, картошка обыкновенная, просто когда покажешь человеку, так это выбрасывать надо, ничего подобного. Вот она, рукой захватил, смотри какая. Вот она, какие ростки у нее, она махонькая совсем. Так ее не мою, ничего, а когда сварил ее, руками почистил, все, вот она картошка, это мне на несколько дней хватает, все, обеспечено. Тут еще и пирожки какие-то сделали сестры. Сестра такие печет, я ему кидаю, и она вот такие вот, как вот, ну, по сравнению с рукой, это видать где. Да, все. Я потом разрезал, подсушил, это мы с тобой даже берем прекрасный хлеб, а то бездрожжевой, с дрожжами все. Благословен Господь. Благодарю, брат Сергей.